Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Скучали по мне? Я по вам очень скучала. Как всегда, с вами Лиса. Вы в комментариях спрашиваете меня, куда я пропала. Я в прошлом мукбанге говорила, что еду к родителям. И сейчас я в Запорожье у родителей. И сегодня у нас будет такой истинно украинский мукбанг. Посмотрите на мой веночек. Мне купил его папа на ярмарке, я от него в полнейшем восторге. Что мы сегодня едим? Это кровяная колбаса, печёночные колбаски, жареное яйцо, немножко картошки и перчик с огурцом. Еще у меня есть горчичка в колбасе. Очень голодная, ребята. Обожаю кровяную колбасу. Тут где-нибудь ляпнем. Вот так. Обожаю кровяную колбасу. В детстве, правда, я ее не ела, а потом распробовала. Да, заранее извиняюсь за мой, возможно, не идеальный свет сегодня, потому что, ну, сами понимаете, тащить с собой осветительные приборы — это было бы уже too much. Поэтому я просто снимаю при свете, который падает из окна. Постаралась максимально разместить кадр так, чтобы меня было видно. В общем, простите меня за какие-то несовершенства, если они сегодня будут. Вот одно из них. Значит, нам придется есть обычной вилочкой. Ничего страшного, я думаю, потому что это же не ASMR. Я, знаете, как люблю делать, ребят, когда ем пюре с яичницей. Обязательно вот так все перемусякать. Это так вкусно. Давайте попробуем кровяную, потому что я очень хочу ее попробовать. Напишите мне в комментах, как вы относитесь к кровяной колбасе. Любите ли ее? Я знаю, что почему-то многие люди ее не едят. Но, как по мне, это очень вкусно. Расскажу вам, как у меня дела, о своей поездке. Я здесь уже 4-й день. Вот. Ну, ребят, кто давно смотрит мой канал, вы знаете, для меня каждая поездка к родителям — это вообще целое событие, потому что, ну, так сложились обстоятельства, что последние несколько лет мы живем в разных странах. Вот. Я живу в Москве, но не в Запорожье. Как бы это не слишком далеко по сравнению с тем, что я пожила уже и на Дальнем Востоке. Все равно основная сложность в том, что это таможня, это граница, это всегда нервы. Ну, в общем, кто ездил, тот поймет. Но оно того стоит. Родители меня встретили. Вот, я так подгадала, чтобы пробыть у них вот выходные с пятницы и до сегодняшнего понедельника. Сегодня вечером я еду в Одессу. У меня там живет подружка, давняя моя одногруппница. Очень ее люблю. Вот, и когда она предложила, чтобы я во время поездки к родителям зарулила к ней на несколько дней, я подумала, почему бы нет. От Одессы до Запорожья тут ехать всего ничего. Печёночная. Вкусно. А и вот, я сегодня поеду к ней в Одессу на несколько дней буквально. Я вернусь обратно к выходным к родителям. Побуду с ними еще одни выходные,
Я уже уеду домой. Нам так повезло, ребята. Случайно это вышло. И как бы не подгадывала специально. Но оказывается, на этих выходных в субботу в Запорожье был день города. Представляете? Я, честно говоря, ни разу не присутствовала на таком мероприятии здесь, в Запорожье. Вот, родители мои в прошлом году уже были. Ну, рассказывали, что это круто, здорово, весело. Но я как-то даже не могла себе представить, что это будет мероприятие подобного масштаба. Короче, каждый год в день города в Запорожье проводится громадная, просто громаднейшая ярмарка. Праздничная. Все это дело происходит в Большом парке, который около набережной. В этом же парке устраивают выставку цветов. В этом году тоже она была красивейшая просто. Такие экспонаты были интересные. Вообще молодцы запорожцы. Вот. И улицу, которая идет вдоль набережной, ее просто всю перекрывают и устраивают на ней громадную ярмарку. Это вдоль дороги, вот по двум сторонам. Даже не знаю, на протяжении какого расстояния, сколько протяженности этой ярмарки. Ну, прям вот стоишь в одном конце и не видишь ее края вообще. И столько людей. Ну, я так понимаю, что это не только запорожцы, это приезжают еще и люди из области, как бы готовятся заранее к этому празднику. Для кого-то праздник, для кого-то возможность подзаработать, потому что, ну, это я им как бы все-таки ярмарка. Чего там только нет, это вообще, ну, вот эти все торговые павильончики, палаточки, продают абсолютно все. Вот эту колбасу, эти колбаски мы купили там на ярмарке. Вот. Молочная продукция, всякий различный мед, всевозможные там такие ремесленнические поделки. Мы купили, кстати, мои родители купили в подарок моей свекрови и свекру. Сейчас покажу даже. Вот, посмотрите, это такой красивейший просто графинчик ручной работы. Постараюсь вам поближе показать. Вот, видите, калинка такая. Пробочка. И к нему вот такие красивые рюмочки. Ну, как по мне, это выглядит очень нарядно, очень аутентично. Короче, классно. Разные вот такие вот штуки там можно приобрести на этой ярмарке. Вот такие веночки. Еще там буквально через каждые 20 метров стояли палатки, в которых тут же при тебе на громадных мангалах жарили шашлык. Шашлык, овощи, гриль, брынзу, знаете, вот так вот обжаривали. Это так все вкусно. Тут же стоят столики, за которыми можно все это дело не спеша сесть, распробовать. Я вкуснее шашлыка не ела уже очень давно. Прям такой, знаете, нежнейший вообще. В разных точках ярмарки были установлены сцены. Кто-то выступал, какие-то коллективы. Мы проходили мимо мальчики из какого-то подразделения милиции, по-моему. Ну, в общем, в форме, такие военные. Один играет на барабанах, второй там на гитаре, третий еще. Ну, короче, прям такая бойс-бэнд, знаете, и пели песню украинской группы Sky. Очень красиво, кстати, мне прям понравилось. Вот. А потом еще случился такой интересный, очень трогательный момент. Ну, для меня это было очень трогательно. Мне папа практически в самом начале ярмарки купил этот веночек, и я с ним гордо шла через всю ярмарку и ехала в нем потом домой, и вообще прям полюбила его. Короче говоря, мы же ближе к концу вот этой ярмарки почти дошли. Собирались уже поворачивать на набережную туда, прям к берегу Днепра, спуститься, потому что погодка была такая прекрасная. Мне, кстати, с погодой, ребята, очень повезло. Солнышко, тепло. Вот это, знаете, ни с чем не сравнимое осеннее небо. Такого
пронзительно голубого цвета, какое-то фарфоровое просто. Я сейчас в окно смотрю и описываю вам. Вот. Короче, мы шли уже почти вот подошли к концу ярмарки этой улицы длинной. Там такая сцена стояла, небольшая, и хор. Ну, я не могу назвать их бабушками, но, в общем, хор таких вот уже женщин в возрасте, зрелых, они были все в национальных украинских костюмах. Им подыгрывал маленький оркестр, и они пели разные песни. Ну, когда мы подходили, звучала народная какая-то песня, уже не помню какая. А потом мы как раз остановились вот возле них и собирались уже поворачивать и идти по направлению к пляжу. И тут они, короче говоря, начинают петь. Надо рассказать, наверное, предысторию. В Запорожье когда-то очень давно, все время в советские времена, снимался фильм. Старый добрый советский фильм. Называется он «Весна на Заречной улице». Там действие разворачивается у работников металлургического комбината, поэтому съемки происходили на Запорожстале, прям непосредственно. Вот. Город очень гордится тем, что здесь снимался такой фильм. Там снимался Рыбников. Он был еще черно-белый, но его в последние годы раскрасили. Мы обожаем этот фильм, потому что Рыбников напоминает моей маме дедушку, ну, моего дедушку, ее папу в молодости. И вообще, как бы, ну, любим его. В общем, короче говоря. Вот, и там в этом фильме есть такая песня, которую исполняет главный герой Рыбников. Он так и называется, по-моему, одноименная, то есть «Весна на Заречной улице». Она очень трогательная. Это, наверное, даже вальс. В принципе, можно под нее танцевать. Ну, в общем, не суть. И когда мы стояли у этого хора бабушек, они вдруг начинают играть эту песню. То есть играет оркестр, хор начинает петь эту песню. И папа мне говорит: «Хочешь, пойдем потанцуем?» А там как бы перед хором такая маленькая танцплощадка, никто не танцевал, все стеснялись. Он говорит: «Давай пойдем потанцуем?» Я говорю: «Давай». И, в общем, мы с ним вышли прямо на центр этой площадочки и начали танцевать. Это было вообще незабываемо, серьезно. Одно из таких, знаете, воспоминаний, которое, наверное, остается в памяти на всю твою жизнь потом с тобой. Вот. Наверное, тут уже все грязно. Потом мы спустились к Днепру. Прошлись еще там по берегу. В общем, такое. День получился просто восхитительный. Кстати, пересмотреть этот фильм «Весна на Заречной улице». Кто не видел, ребят, тут прям от души советую. Здесь, в Запорожье, установлен памятник Рыбникову. Памятник его героя в этом фильме. Даже не один памятник. Вообще люблю такие, знаете, старые, добрые советские фильмы. «Служебный роман», «Девчата», «Любовь и голуби». Это те фильмы, которые у нас... Да что ж такое, посмотрите. Это те фильмы, которые у нас в семье просто разобраны на цитаты. Я могу начинать смотреть любого места. Действительно, знаете, смотрела уже их там сотни раз. А все равно к ним хочется возвращаться. Хочется пересматривать. Что-то уже наелось. Тут, наверное, не буду колбаску передать. Простите меня, перфекционисты, которые вечно на меня ругаются, если я не доедаю еду.
Так что не думайте, ребят, я про вас не забыла, а я вас не бросила. Просто мне достаточно сложно снимать в таких условиях походных, можно даже так сказать. Тем более я сегодня уезжаю в Одессу на несколько дней. Обещаю вам фотографию у моря в Одессе. Показать. Ну что, это навряд ли получилось. Ой. Ну, навряд ли это получится длинное видео. Просто я по вам очень соскучилась и хотела вам снять что-нибудь такое истинно украинское. Спасибо всем, кто сегодня со мной пообедал. Я надеюсь, я вам тоже составила компанию. Если вам понравилось это видео на выезде, не забудьте поддержать меня лайками. Всех жителей города Запорожья, если вы меня смотрите, поздравляю с прошедшим днем города. Хочу сказать, что Запорожье прекрасный город, я всегда люблю сюда приезжать. Он как бы мне не родной, родители переехали сюда буквально несколько лет назад. Но он такой уютный. Я здесь как-то чувствую себя как дома. Вот. Всем спасибо, всех люблю. Не теряйте меня, я скоро вернусь домой, и мы вернемся с вами к старому графику выхода видео через день. Пока-пока!